С 1 января следующего года в Барнауле появятся единые проездные билеты. Новый тарифный план называется «Единый на 60 дней». Картой можно будет рассчитываться в трамваях, троллейбусах и автобусах. Новые проездные будут двух типов – на 20 и 42 поездки. Тариф на 20 поездок будет стоить 400 рублей, на 42 поездки – 840. По истечении 60 дней остаток на карте сгорает. Проездные действуют только в черте города. Активировать тарифный план можно на карте вида транспортное, а также на транспортные брелоки и браслеты.